сегодняшний день вывезено 3500 кубов. Из них 2500 кубов это древесные отходы или где-то там или стволов. И 1 тонна мусора. Здесь мы находимся как бы в завершающей фазе. К работе подключали регионального оператора. Он заключен договор. Понимает, что у нас сейчас большой свал идет. Весной по веткам, по всем остальным делам был заключен договор на вывоз 1000 кубов. Имеется в виду транспортные услуги. И кроме этого заключен договор на вывоз древесных отходов еще подрядной организации. Они будут возить вот этими большими лифтами, мультилифтами. Ну, во-первых,